Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, благослови наши занятия. Слава Богу, все собрались. Что, в прошлый раз заболели, никого у нас не получилось профитировать. Мы сейчас, смотрите, с вами сразу песню. Так, я спрошу, флешка с мотивами не надо, а то я тоже скачал. Есть. Там ваша флешка играть не будет, там другой формат. Мне пришлось переводить вчера. Так, и в словах, кстати, там надо последнее это. Витя, когда поет, там не получается спеть слово «сегодня», надо будет убрать. У Вити, когда он поет, в последней строчке слово «сегодня» зачеркнуть, иначе не поется. Так, мы с вами давайте прорепетируем песню, которая... Я вам это не буду слова давать, подсказывать. Вы уже зажгли ее наизусть. Братья, приготовились? Первый куплет мы поем все вместе. Это не те. Тут мы еще даже не начинали. Тоже все будут петь, а не дети. Так, это звездочки. Это сейчас все. Только слуха не пишет, какая песня играет. Так, ты же минус это или плюс? Ты же подписала пятый, это минус. Пятый минус, точно? Да, у тебя был вот подписано. Минус. Спасибо, Христос. Значит, вот это минус, все. Так, приготовились. Сначала все в светлый праздник Рождества Христова. Не подглядываем. Слышно музыку? Не буду громко включать, там служба. Светлый праздник Рождества Христова. Для всех нас, для христиан, основа. Он приходит холодом в небесах, одна звезда, звезд горит, как всегда, как всегда. Братья, святой праздник Рождества, гимном праздник Рождества, приветен, этот гимн споем на праздники. Поддержит детский хор, чистый тонкий лансифор и Гаспар, Бальтазар, Мельхиор. Вань, слов не знаешь, на первые две строчки не попал ни одно слово. Еще раз, братья. Хорошо. Гимном праздник Рождества приветен, этот гимн споем на праздник. Память детей. Не на радость, Ваня, на память. Наизусть. Пусть поддержит детский хор, чистый тонкий лансифор и Гаспар, Бальтазар, Мельхиор. Так, дальше у нас две Полины. Полина, вы две Полины поете. Помнишь, все постятся до звезды в сочельник. Это как раз не звучит. Все постятся до звезды в сочельник. Громче, Полина. Вот та Полина, не слышит. Но когда вот так солнце лежит. Да, начнет чудеса, можно все помолясь. И все вместе. Нет, какой еще? Солнце лежит спать, а звезда начнет мерцать. Можно всем помолясь. Огня, Ливия, не Галилея. Дома сегодня еще подрепетировали. Следовали теперь шкалятки. Поет Ливия, да? Получать за них подарки сладкие. Ох, какая красота! Пойте, пойте же уста про Христа, про Христа, про Христа. Все вместе. Славься, праздник Рождества Христова. Как всегда, зимний вечер холода.
нам, как всегда, как всегда, как всегда, как всегда, как всегда. Так, конечно, еще бы раза два-три спеть, времени нету. Дома включите, пропойте ее прям вместе с плюсом. Хорошо? И чтобы в словах не путаться, особенно те слова, которые вы поете. Это будет сильно-сильно заметно. Так, звездочки ярко сиять тоже не будем репетировать, но нам, у нас времени нету. Вы ее все, мы раньше пели, помнишь, да, ее песню? Даже Варя ее знает. Варя молодец, выучила. Так, все, дома. Теперь это, саму сценку. Выходят снежинки. Снежинки выбегают. Сейчас у меня здесь где-то мелодия для снежинок. Так. Давай, слазь. Варюша. Вставай, вставай, вставай вместе с Полиной. Вот смотрите, вот эта музыка заиграет. Хотя бы два вот таких пробега. И потом там тетя Галя отрегулирует. Они выбегают. Первая, давай, Полина. Я хочу, чтобы сейчас был. Вот. И сейчас побежала. Будете, да. Бежишь, вы будете беленькие. Нет, нет, за руку не надо держаться. Сейчас с вами будет Маша, Глигерия. Выбегай. И Варю поставьте вот так между вами, чтобы она не забыла. Забудьте все в белых платьишках, вы же снежинки. Выбегайте сюда. Не смотри назад, снежинка. Да не сюда. Куда еще? Все. Все. Вот так сюда выбегаете. Вот так вот. Выбегаете. И по кружочку пробежали. По кругу. Варя. Ну ты так бегаешь хорошо. Давай. Да не надо кружиться. Просто по кругу пробежали. Потом остановились. Покружились. Вы же снежинки будете все. Не быстро кружите. Спокойненько просто покружились. И остановились. Не надо ее. Не делать не надо. Это будет некрасиво, что ты ее дергаешь. Варя, покружишься, да? Ну-ка, Варя, как у нее кружится. Давай, посмотрим. Давай, кружись. Раз. Два. Давай. Раз. Ну, сама кружись. Кружись, давай. Как все. Она стеснительная актриса еще. Еще не привыкла. Зрители на нее смотрят. Четыре. А там Гликерия. Первая снежинка у нас будет Гликерия. Вторая Варя. Варя мне вчера стих рассказывала. Все хорошо, только громче. Хорошо? Варвара? Варя, только громко, ладно? Я листаю календарь. Стой, вот так. Стой. Вот так вот встанете, чтобы вас видно было все. Еще вот, если маленьких места здесь не будет, перед собой поставите, хорошо? Я хочу, чтобы ты маленьких... А вы... Все правильно. Так, вот затем Полина. Дома. Дома что? Дома ждут подарки, в храме свет сияет яркий. Рождественский хрупар, с клироса летит в алтарь. Снег? Снег под солнцем. Снег под солнцем серебрится, ясный свет над ним струится. И звучат слова: здравствуй, праздник, светлый, ясный, величавый и прекрасный праздник Рождества. И все. Я здесь опять музыку включу. Закружились и уже пошли, покружились. И ушли снежинки, же они вот здесь кружатся. Все, ты будешь стоять вот там. Так, время сейчас не будем тратить. Ты хорошо прочитала, я знаю, ты умеешь. Все, вы сели, тишина. Там сидите, не суетите. Все. Нестор, Ваня. Выпустите Ивана. Ваня, ты сидишь на троне. Мы поставим тебе табуреточку, ты сядешь, корону оденем. Давай. Тише, да. Давай. Я. Позвать сюда гонцов. Идите. Я, римский император Август, повелеваю провести перепись населения всех людей и народов мной захваченных. У каждого в городе, откуда он родом. Всех, кто ослушается, наказать строго. Все. Так, ты уходишь, если нет.
ты уходишь, а вы вот сюда выходите и объявляете. Внимание! Указ императора Августа. Римский император переписывает население. Можешь своими словами. Так, тишина. Всем прибыть в город своего рождения. Непокорных строго наказать. Жители Назарета, исполняйте приказ императора Августа. Перепись населения, перепись населения. Так, после них выходят ангелы, два ангела. Ты зачем залезла? Я же вам сказала, там сидите, то есть я буду 100 раз выходить. Так, уж было поздно. Уж было поздно, глухо бросил, спускался ветер, глух и нет. Все. Да, следующий. Ну там потом расскажешь. Да не времени нету. Давай, я знаю, ты выучила. Давай. Здесь в пастушеском вертепе родился тот, пред кем свой лик склоняет солнце на закате, кто необъемлем и велик. Ночь тиха под вежде зыбкой, звезды южные дрожат. Отче матерь с улыбкой ясно тихий глядят. Так, нет, сейчас у нас пастухи еще выйдут. Так, вы далеко не уходите сразу за дверь. Вы поняли, когда вы выходите, Полина? Гонцы ушли, вы выходите. Так, три пастуха, быстро, нет времени на сборы. Я вам эти жилетки и подвахи пастушеские принесу сегодня, мне даже не отдали, что-то не могу взять. Так, давайте. Ведущий тут, смотрите, ведущий говорит слова. Это была великая, таинственная ночь. И вот у нее там много слов, и потом начинают пастухи. Первая Агния у нас. В Вифлееме утомленном все погасли огоньки. Только в поле отдаленном не дремали пастухи. Стадо верно посчитали, обвели ночной дозор и, усевшись, завязали между собой разговор. Слышали? Император издал указ о переписи населения. Каждый прибыл в город, откуда родился. Каждый должен приехать. Своими словами говори. Каждый должен приехать в город. Тот город, где рождены его предки. То-то, сколько народу скопилось в городе, все гостиницы заняты. Посмотрите, какой свет вдруг полился с небес. Что это? Мне страшно. Что это? Ангелы. Это свет, это ангелы. Опять ангелы у нас выходят. Так, смотрите. Тише. Мы, наверное, знаете, где? Может быть, свет включим, выключим? Ну, как бы, чтобы... Смотрите. Тетя Галя сделает свет. Тише. После этого ты скажешь, посмотрите, свет полился с небес, что это, мне страшно. Это кто у нас? То есть я выключаю свет после Леры. Только да, посмотри, два раза ты делаешь? Сделаю. Вот так. Два раза. Все, тише. Ты-то ангел, ты сам не боишься. Не боишься. А ты говоришь после этого слова, мне страшно. Все, и в этот момент выбегайте, ангелочки, давайте. Мне страшно. Не бойтесь. Бог меня послал вам возвестить живую радость. И старость ветхая, и младость возвеселятся пусть они. Священном граде Вифлееме родился ныне в это время спаситель мира людей, его вершить отесами, своими увидал глазами. Все. И в этот момент начинает говорить ведущий, а вы тихонько, не топая, уходите. Ну, туда. Сейчас сюда, ага. Говорит ведущий о том, что исчезло чудное видение, пастухи в немом смущении. Идут, и тут выйдет Мария с Иосифом. Пастухи, вы далеко не уходите, потому что как только вышла Мария с Иосифом, выходит Леонида, смотри, вот как только вот они ушли после всего этого, говорит ведущий, выходишь и готовишься ты уже, да? Ты готовишься и начинаешь играть
А вот эту мелодию. После, да, слов ведущего? А, вот, да. Мама, ведущий смотри, закончил словами. То есть пастухи вот это уходят, а ангел тут тоже стоят, потому что написано, что пастухи... Все уходят. В этот момент уходят. Остается ведущий, говорит свои слова. Запоминаешь, Даша, да? Исчезло чудное видение. Да. Выходит Леонида и готовится играть. Как только она закончила, ты начинаешь играть. И во время игры уже готовится Иван, когда Леонида играет, готовится Иван и Ливия. И в конце ты будешь знать, где у нее уже, ну, заканчивается мелодия. На последних ты выходишь, Иосиф выходит. Потом Леонида уходит, и выходят пастухи и ангелы. И пастухи дарят подарки. Те, которые подарки вы дарите, вы их не забудьте с собой взять, хорошо? Кто дарит там, что там, носочки или что? Овечка, молоко и... Ты доски сказала, не будем дарить. А что они дарят еще? Первый пастух. Еду какую-то. А, несут подарки. Ну, мы же не знаем, там это же, это просто по сценарию так придумали. В Евангелии ничего, пастухи, они пришли поклониться только. Ну, у нас детский спектакль. Как будто они, может быть, что-то еще и подарили. Это в Евангелии этого нет, а? Шерсть принесли. Ну, тут по стихам, видишь, овечку подарили, там уже в ней шерсть, все есть. В ней шерсть и молоко. Да. Ну, все. И потом все это заканчивается, когда вы говорите слова. Кто последний у нас пастух? Я. Третий, да? Да. Ты говоришь, ну а я принес себе молочка парного. Чтобы с матушкой своей были вы здоровы. Все. И даришь молочко. Придумай какую-нибудь бутылочку. Есть же бутылочки из-под молока. Можно взять молоко. Или баночку, крынку сделать такой вот красивой. А? Кувшинчик. Кувшинчик, да, с молочком. Принесешь? Есть кувшинчик? Да. Все, не забудьте только все эти аксессуары, а то здесь будем потом искать. У вас есть посох, первый свиток. Смотрите. Когда это заканчивают слова... Слушай меня. Выходят все. Последние, вот она сказала, с матушкой здоровы, да, были вы здоровы. Выходят все, и мы поем песню «Звездочки ярко сияли». Слышите? Вышли, вот все встали, малышей вперед продвинули и запели «Звездочки ярко сияли». Потом будем стихи рассказывать. Потом поем вот эту песню «Светлый праздник Рождество Христово». Потом оставшиеся рассказывают стихи, и потом у нас еще Агния свой номер готовит. Все. И потом еще у нас вот песня Игнатия Тихоновича. Так, вот я знаю, Тарас Несторов знает эту песню. Вот я вам сейчас слова раздам. Я еще распечатаю много, мы всем этим зрителям раздадим. Сейчас я ее включу в плюсе. Сейчас успеем мы ее прорепетировать хотя бы раз. Сейчас мы ее споем вместе с дядей Витей, а там будем под минус петь. Все, приготовились? Птенец родился в безвестной пещере, такое обычное дело. С тех пор та табличка нет места для черни, 2000 лет провисела. Горбушка с года называлась ясли, в нее положили младенца. Не успеваете читать? Ночь мне без звезды угасли, укрывшись зари в полоте. Господи, благодарим тебя за это занятие. Слава тебе, Господи, слава тебе. Тихонечко иди. Будем репетировать дома, я вас слышу. Я плачу сильно высоко. Не прерывай.
невредим и непригорим от ереси, той вере и миром своим оградите, Господу помолимся. Господи, помилуй.